Половина тайма остается позади. 12 минут отыграли команды. Ух, какой момент. И Айтпеков поставил корпус. Засыпаю от этого контроля. Форес. Прострел. И все-таки мяч оказывается в воротах. Автогол. Талга. Хороший замах. Скидка. И что это? Передача один в один на Сердюкова. Сердюков. Ох, как играет голкипер команды Пионер Элит. И не целый матч, а вот в моменте, когда судья объясняет что-то, просто включает голос. Чтобы понятно было зрителю тоже, о чем говорит арбитр. И Сердюков обостряет в очередной раз. Нужно срезать угол. Сердюков, передача. Зинадин, Зинадин и Кузимаев. Хорошая многоходовочка. Сердюков и все. Да, по полочкам разложили все в этой атаке. Футболисты Форес. Три игры. Сердюков. Отличная стенка. Сердюков. 3-0. Маэстро Сердюков. На как минимум четвертую строчку. И будет делить, можно сказать, третью с командой семей. А Кузимбаев продолжает тащить. Турмагомбетов. Удар по воротам. И Белимов. Ежиньо. Прострел. Турмагомбетов. С идеальной позиции пробивал Турмагомбетов. Четвертый мяч может забивать Форес. Удары, да. Четвертый мяч, и можно даже давать финальный свисток.